Так, Марс? Да, Земля, чего? А на тебе правда была жизнь? Нет, блин, не была. А если серьезно? Не, ну если серьезно, то... Что за глупые вопросы? Конечно, была. Получается, на тебе были организмы, которые мои люди называют инопланетяне. Вау, да, очень интересно. Я пошел. Получается, в Солнечной системе были и другие существа, помимо моих людей. Было бы круто, если бы они познакомились. Интересно, как они выглядят? Как люди, что живут на мне или другой формы? Какого они были цвета? Да и вообще, что они из себя представляли? Да, было бы круто вернуться в прошлое и узнать бы про все это. Ура! Новые приключения! Как попадем в прошлое? Уже придумал Земля? Я уже представляю, как удивится прошлое при виде меня из будущего. Да, простите меня за нескромность. Я тоже хочу с вами в путешествие. Посмотреть, как раньше все было. И я тоже с вами хочу. Стоп! Все прибежали, в путешествие собрались. А как я вам туда попаду? Мы еще не нашли такого, что может отправлять нас в прошлое. Наверное, даже черная дыра с этим не справится, она только по измерениям кидает. Да, я был о тебе лучшего мнения. Да, жаль, что не сможем. Пока, ребят. Да, я всего лишь хотел узнать про инопланетян, а они собрались как на курорт. А? Инопланетяне? Это кто-то, кто не с Земли, что ли? Ну, для людей да. Они, как и я, не видели другой жизни в космосе. Они даже не видели, что было, когда мы попали в другое измерение. Кстати, я тоже никого не видел, кроме твоих обитателей. Ага. Кстати, ты заметил, что ты мимо нас пролетела? Да, наверное, метеорит какой-то. Фух, хорошо, хоть в меня не влетел. Земля, теперь ты снова заставил меня ностальгировать. Где моя жизнь? Я скучаю по ней. Марс, а как выглядела живность на тебе? Красные люди, длинные руки, длинные ступни на ногах с двумя пальцами. Это круто звучит. Ну и уроды они, наверное, были. Луна, я тебе ща въеб... Спасибо за просмотр. Обязательно поставь лайк и подпишись. Я нуждаюсь в твоей поддержке. Ссылка на Телеграм в описании. Кстати, новое видео уже на канале.